«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода». Здравствуйте. Михаил Ходорковский считает, что решение суда в Гааге об отмене выплаты России 50 миллиардов долларов по иску акционеров ЮКОСа свидетельствует о том, что Запад решил ослабить давление. Об этом экс-глава ЮКОСа написал в Твиттере. В среду окружной суд Гааги удовлетворил жалобу России и отменил принятое в июле 2014 года решение Третейского суда. Ситуацию мы обсудим с нашими гостями. Александром Осовцовым, бывшим директором программы фонда «Открытая Россия». Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. И Владимиром Переверзиным, бывшим менеджером ЮКОСа, бывшим политзаключенным. Добрый вечер, Владимир. Александр, как вы считаете, это похоже на то, что даже на Западе так иногда манипулируют, что ли, третьей властью, чтобы то ослабить, то усилить давление на подсудимого? Я не согласен с Михаилом Борисовичем. Я на самом деле не понимаю, о чем идет речь, когда говорят о том, что Запад решил. Это чисто путинская картинка, согласно которой существует некий совокупный Запад. И у него есть какие-то, если не органы власти, то, по крайней мере, инстанции, принимающие решения, которые затем по вертикали вниз выполняются всеми от правительств западных стран до, как выясняется, Гаагского окружного суда. Мне эта конструкция представляется искусственной, надуманной, и в ее рамках рассуждать, на мой взгляд, можно, конечно, о чем угодно. Но все равно все это будет сводиться к теории заговора, мировой закулисы, называйте как угодно. Другое дело, что наверняка в Голландии есть разные настроения, и невольно любой человек, включая судей, находится в какой-то мере под их влиянием. Вместе с тем, сам процесс, о котором мы говорим, включая ЮКОС против России, я имею в виду, включая все его стадии и арбитраж, решение которого сейчас оспаривает российская сторона, и сегодняшнее заседание, и последующие инстанции, которые, я уверен, будут, особенно после того, как мотивировочная часть сегодняшнего решения появится, ее ведь нет еще, значит, они действительно очень сложные с юридической точки зрения. Это было понятно с самого начала. Это в известной мере прецедентный процесс, который в значительной степени должен, если угодно, разрешить одну из весьма и весьма типичных коллизий. Коллизию между законом и правом. Это так. И это очень сложное дело. Владимир, вот мы недавно собирались, чтобы обсудить возбуждение уголовного дела против Михаила Борисовича. Как вам кажется, удалось ли России так поставить под сомнение его репутацию и посеять зерно вот колебаний там в западном обществе, что выразилось в сегодняшнем приговоре? Ну, я думаю, что нет. Я не сторонник теории заговора, да, заговора, и не думаю, что есть какое-то такое влияние сверху по вертикали власти, которое спускается в районный суд Гааги, который принимает вот это решение. То есть, в принципе, то, что известно на сегодня, суд, он же не рассматривал дело по существу. То есть суд, решение суда арбитражного, он не отменял. То есть было принято решение о том, что вопрос о юрисдикции. То есть он не имел права рассматривать это дело. И все. То есть дело, по сути-то, он не протестовал. И то не поставил под сомнение. Нужно в другом месте также рассмотреть. Да. Тогда вопрос юристу Павлу Ивлеву, бывшему адвокату ЮКОСа. Павел, как по-вашему, вот сегодня такая информация была, что якобы Россия не подписала энергетическую санкцию. Может это быть основанием для этого вердикта? Вам слово. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Я очень рад слушать коллег в эфире. Россия подписала, но не ратифицировала энергетическую хартию. Поскольку Россия при подписании таких уговорок не сделала, то мы считаем, и арбитры единогласно втроем решили, что Россия связана
этой хартии, и, соответственно, связана арбитражная оговорка, которая там содержится, то бишь правилом, что если возникает спор в рамках энергетической хартии, то он рассматривается арбитрами, и арбитры решают. Международные арбитры, да, которые будут назначены. Поэтому все произошло так, как оно произошло, решение было принято. На сегодняшний день, как очень правильно отметил господин Лисовцов, никто, за исключением адвокатов, там, присутствовавших на заседании районного суда Гааги и владеющих в должной степени голландским языком, а таких не очень много, к сожалению, не понял, на каком основании судья, этот районный гаагский, аннулировал решение трех высокоуважаемых юристов-арбитров. Мы пока не знаем, на каком основании, значит, противоречиво очень высказывают по этому поводу позиции сторона акционеров ЮКОСа и сторона Российской Федерации. Надо посмотреть. Там есть несколько вариантов, по которым... Там, в принципе, такое решение арбитражное, оно может быть отменено только по процессуальным основаниям. Значит, в частности, значит, на том основании, что Россия не связана энергетической хартией, поскольку не ратифицировала ее. Могут быть другие основания тоже. То есть, как Володя очень правильно тоже отметил, значит, суд этот районный, он не вправе вдаваться в, значит, в фактическую сторону, в обстоятельства дела. Да? Как там что было, отняло государство, не отняло, это его не касается. Он может отменить только по вот этим вот узкопроцессуальным основаниям. И, видимо, какое-то из них было использовано на этот раз. Увидим решение, оно будет, естественно, обжаловано в обязательном порядке стороной акционеров ЮКОСа. Ну, посмотрим, что там дальше будет. Александр, вот как по-вашему, до тех пор, пока, например, Алексей Пичугин остается в заключении, продолжает это дело оставаться политическим и, так сказать, являться рычагом давления на Михаила Ходорковского? Это дело, это вот этот процесс акционера ЮКОСа против Все Российской дело ЮКОСа, все, да, Россия против, так сказать, здравого все смысла. Все дело ЮКОСа изначально было политическим. Вот я думаю, я могу, не могу, разумеется, знать точно, я, к счастью или к сожалению, не был участником разговоров между Путиным, Сечиным, кто там тогда еще в них, в этих терках заседал. Но то, что существенной компонентой всей истории атаки на ЮКОС и лично Ходорковского была политика, у меня не вызывает никаких сомнений. И, собственно, постоянное подчеркивание сейчас уже там полузабытым заместителем генерального прокурора Колесниковым, тогда еще, именно этой стороны дела. Это ведь не домыслы экспертов или адвокатов Ходорковского-Лебедева. Это его собственные слова, их нетрудно найти. Они есть в интернете, на YouTube, пожалуйста, об этом всем шла речь. И слова Путина менее хлесткие, что ли, в этом смысле. Ну, просто потому, что он персонаж не такой яркий, как Колесников был, по крайней мере. Так, и говорит так посерее, что ли, более блекло. Но они тоже позволяют легко понять, что антипатия Путина к Ходорковскому основана прежде всего на разных представлениях о государственном устройстве, о роли личности в государстве российском и так далее, и тому подобное. О чисто политических вопросах. Владимир, вы вот как, когда с вами пытались как-то договориться, следователи, вы поняли сразу, что это просто политическое дело, желание упрятать за решетку Михаила Ходорковского? Ну, с самого начала было понятно, что это дело заказное, что оно не имеет ни с законом, ни с правом ничего общего, что оно соткано из сплошных фальсификаций, обмана, давления и просто, одним словом, это правовой беспредел. Поэтому это было понятно с самого начала. И по мере... по способу ведения всех допросов, по тому, как людей осуждали или не осуждали.
То есть все было изначально понятно с первого дня. Да, Павлу давайте зададим вопрос. Павел, сегодня Валентина Матвиенко как-то приветствовала это решение, что это победа России. Как, по-вашему, вправе ли вообще России приписывать себе какой-то успех, пусть даже временный, в борьбе с ЮКОСом? К сожалению, да. Ну, слушайте, давайте все-таки это самое. При всем моем в данном случае неуважении к государству российскому, да, и изначальному пониманию того, что все это, так сказать, действительно политическое дело, придуманное, высосанное из пальца, и, ну, короче, не хочется повторяться, все давно известно. Вот. Но, безусловно, так сказать, Кремль сегодня должен праздновать, там, пьянствовать и отмечать, так сказать, эту свою победу. Я в данном случае абсолютно уверен, что победа это временная, что правое дело на стороне акционеров ЮКОСа, которых, безусловно, я поддерживаю. И ну, это, в общем-то, промежуточный момент. Давайте не забывать о том, что это решение сегодняшнее районного судьи, оно, конечно, может быть обжаловано. Но это же вот как в Москве какой-то боцманный судья бы вынес решение. Ну, понятно, что в России правосудия нету, в Голландии, хочется надеяться, оно есть. Но преувеличивать не стоит ни поражение, ни победу. Ну, Матвиенко имеет право порадоваться, безусловно. Да, Александр, вот даже некоторые издания Forbes поторопились составить новый список, куда вернулись акционеры ЮКОСа. Оно базировалось, этот рейтинг, на вот этой победе в Гааге, тогда еще не оспоренной, как вы считаете? Ну, на чем базировался их список, я просто не знаю. И ничего считать не могу. Я источниками и методами Форбса не владею, с ними не знаком. Но они даже Ходорковского включили в свой список, который неоднократно и сам разъяснял, и другие за него разъясняли, что он никакого отношения к этому иску не имеет. Сам не является ни стороной этого дела, ни истцом, ни одним из истцов, ну вообще никем. И акции, собственно, были изъяты у других людей, которым он их передал в момент ареста. И ничем на момент, собственно, всего этого беспредела, как Владимир правильно сказал, не владел из имущества ЮКОСа или долей в нем. Поэтому, ну, список Форбса, это же вещь, а прежде всего зависящая от воли авторов Форбса, и б, довольно условная, я бы так сказал. Тем более, что уже коллега Ивлев сказал, что, ну, впереди еще как минимум две инстанции. Апелляционный суд и, в свою очередь, Верховный суд Голландии. Значит, они могут принять разные решения. И что теперь в Форбсе, в зависимости от решений суда, голландского суда, каждой инстанции будут списки переписывать? Ну, окей, это их, в конце концов, дело. Я не собираюсь их учить. Может быть, наоборот, это будет способствовать росту тиражей, если заняться такого рода перелицеванием списков. Владимир, а как, по-вашему, имеет ли вообще срок давности вот эти злодеяния палачей Василия Алексаняна или те, кто издевались над Светланой Бахминой? Вот им бы неплохо бы, по-моему, о душе подумать, как вы считаете? Ну, я думаю, что такие дела не имеют срока давности. Вот они чувствуют, что это этот к суду истории, что ли, их притянут, и поэтому я стараются оттянуть. Я думаю, что они ничего не чувствуют. Понятие, как душа, честь, порядочность у них напрочь отсутствует. Иначе бы они бы не были бы участниками этого процесса. Поэтому они живут совершенно в иной категории. То есть совесть их не мучает точно. Павлу вопрос. А вот мы помним еще вердикт Страсбургского суда. Как вам кажется, России пора хотя бы его-то уже исполнить? Павел, вам слово. Ну, России, безусловно, пора его исполнить. Как бы он, так сказать, по-дурацки, честно говоря, не был написан, но тем не менее, там было четко сказано, что Россия должна представить до какого-то, если не ошибаюсь, июня прошлого года план
на основании которого она заплатит и распределит эти 2 миллиарда, примерно 2 миллиарда долларов, распределит между всеми акционерами ЮКОСа. То есть это было написано в этом решении Страсбурга. Это решение не выполнено уже, считайте, год. Россия об этом напоминали, безусловно. Но, к сожалению, Страсбургский суд и Совет Европы, организации слабые, ссориться с Россией они, так сказать, открыто не хотят. Но тоже, наверное, в какой-то момент что-то там произойдет, и Россию как-то начнут заставлять это решение выполнять. Но когда это произойдет, когда эти министры, значит, сдвинутся с мертвой точки, на которой они явно сейчас зависли, никто не знает. Понимаете? Это просто, ну, вот очередное доказательство того, как российская нынешняя власть относится к международному праву вообще. Плевать хотела на свое право, и на международное. И Крым захватили, и платить не будем. И никакие наши обязательства, нами подписаны, нас не сильно связывают. Вот это их, так сказать, вполне открытая, откровенная позиция, которую они занимают. Спасибо, Павел. С нами опять на связь вышел Билл Баурин, адвокат акционеров ЮКОСа. Добрый вечер, Билл. Вечер. Как вы восприняли сегодняшний вердикт окружного суда Гааги? Вам слово. Это, конечно, неожиданно, но вопрос о том, что Гаагский арбитражный трибунал — это был самый высокий квалифицированный юрист международный, один был назначен Российской Федерацией, и Российская Федерация был очень дорогой американской адвокатом там. И решение было по поводу Венской конвенции о праве договоров 1969 год. И если подписание, но не ратифицирование договора, в этот дело это был Energy Charter Treaty, значит, что государство ответственное. И все... Так, сейчас вы И это только Гаагский окружной суд, это самый низкий уровень, значит, что будет апелляция. И я считаю, что в апелляции будут судьи, которые лучше знают международное право. И надо сказать также, что нидерландская судебная система абсолютно независима, это вне вопрос. И поэтому все аргументы будут перед судом. Но, конечно, не ожидание решения последних дней. Билл, а уже какие-нибудь вы получали дивиденды, потому что говорили, что скоро начнутся выплаты акционерам, или еще не начало выполняться предыдущее решение? Это будет вопрос. Есть решение арбитражный суд. Это не конце российской апелляции в Голландию. По-моему, есть шанс, что исполнение решения до сих пор может быть, но это будет вопрос для адвокатов. Но мы можем быть 100% уверены, что апелляция будет на следующий уровень Голландии. Спасибо, Билл. Оставайтесь на связи, если у вас она там пока еще устойчивая. Александр, а как по-вашему, требует ли расследование вот эти обстоятельства, при которых вообще была... что ли, отобрано у собственников компании ЮКОС? Вот, в частности, это Байкал Финанс Групп. Понимаете, Владимир... Или это скоро придет уже за срок давности? Нет. Насчет срока давности тут вот не так все просто. И как мой товарищ, тоже Владимир, сказал совершенно правильно, у большого количества преступлений, которые совершены в рамках... всей этой истории, я бы так сказал даже, а не дело, никакого срока давности нет. И поскольку мы говорим как минимум об одном убийстве Василия Алексаняна, причем об убийстве, ну, со всеми отягчающими обстоятельствами, какие-то бывают,
в составе организованной группы, по предварительному сговору, там весь букет, еще и сопровождавшимся пытками. Когда тяжело больного, умирающего человека, я напомню, держали на цепи. Вот просто на цепи. Поэтому ни о каком сроке давности даже говорить не приходится. И, разумеется, все это требует, мягко говоря, огромного следственного труда. А затем судебного разбирательства. Вероятно всего, очень длительного, потому что преступлений наворочено в рамках так называемого дела ЮКОСа, ну, какое-то труднооценимое, вот так, навскидку, количество. Минимум десятки, вероятнее всего, сотни. Не исключено, что тысячи эпизодов преступных деяний. Но при этом никакой международный суд этим не может заниматься, потому что они все совершены на территории Российской Федерации и, соответственно, находятся в юрисдикции Российской Федерации. А в Российской Федерации нет ни следствия, ни надзора, ни суда, ни закона. Не прокуратуры, соответственно. Поэтому, когда это будет, это важный вопрос. И именно, кстати говоря, по поводу сегодняшнего решения, опять же, я не могу предсказывать, что там и почему, точнее, что мы знаем, почему не знаем, решил окружной суд в Гааге. Но сам арбитраж, я хочу напомнить, был возможен по договору об энергетической хартии постольку, поскольку среди акционеров ЮКСа были иностранцы. И, соответственно, речь шла об иностранных инвестициях. Вот это было одним из оснований для того, чтобы процесс состоялся. А защищать права отечественных инвесторов, такой международный договор, в данном случае неважно, был он ратифицирован, не был, это другой вопрос, и я не хочу грузить здесь передачу процедурными юридическими сложностями и тонкостями. Но это просто свидетельство того, что у каждого гражданина любой страны прежде всего есть интерес в том, чтобы правосудие и справедливость были в его собственной стране. Потому что никакой иностранный суд и международный суд не может и не должен, как правило, за редкими исключениями типа ЕСПЧ, но который вопросами собственно не занимается, не может и не должен защищать граждан от их собственного государства, потому что это государство должно находиться в руках самих граждан. Владимир, как по-вашему, вот ваша ситуация заслуживает ли внимания Страсбургского суда, как были нарушены ваши права на предварительном следствии и потом впоследствии? Ну, безусловно. Безусловно. Ну вот совершенно правильно Павел Ивлев сказал, что ЕСПЧ достаточно слабая организация и принимает решения для того, чтобы не портить отношения с Россией. Поскольку Россия является одним из акционеров ЕСПЧ, то есть они платят там порядка процентов 20 от всего бюджета ЕСПЧ. Поэтому там существует материальная составляющая. На мою жалобу ЕСПЧ отклонил. Не признал ее приемлемой где-то год назад. Павел, тогда вопрос. Павел, а справедливо ли вообще устроено, что, так сказать, воровали-то конкретные люди, а отвечать должен бюджет России 50 миллиардами долларов? Или вот как, например, по списку Магнитского приняла Дума, что если у кого-нибудь из этого фигурантов этого списка конфискует собственность, ему возместят из государственного бюджета? Разве приняли это? По-моему, только хотели. Ну, во всяком случае, это как правило подзаконное действует уже. Хотели вроде как, да. Точно хотели, не уверен, что приняли. Ну, хорошо, дело не в этом. Смотрите, значит, это все-таки Российская Федерация. Ну, понятно, что это, путинский режим и его там министры, прокуроры, и вся эта, так сказать, публика безумная. Да, они действовали. Они действовали от имени Российской Федерации. Они отбирали и банкротили ЮКОС и сажали людей, и, так сказать, доводили их до смерти в каких-то ситуациях. Ну, в общем, все эти преступления осуществлялись от имени Российской Федерации, к сожалению.
И поэтому материальную ответственность, да, уголовную это будут нести, я надеюсь, те люди, которые непосредственно это совершали, но материальную ответственность в данном случае несет Российская Федерация в силу того самого международного договора, энергетической хартии, если у инвесторов отбирают их активы незаконно, экспроприируют эти активы, значит, это делается, естественно, так сказать, только государство может сделать с помощью своего принудительного аппарата. Вот оно сделало, поэтому оно должно отвечать. Мне, конечно, жалко, что эти деньги, так сказать, не будут потрачены на какие-то более полезные вещи из российского бюджета. С другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, каким образом деньги на российских налогоплательщиков тратятся и на что, да? Не на правильные вещи. Поэтому уж пусть лучше они вернутся, эти денежки, акционерам ЮКОСа, и дай бог они их направят на цели, необходимые российскому народу и новой России, которая когда-нибудь будет. Спасибо. Вопрос Биллу Баурингу. Билл, добрый вечер еще раз. Вы слышите нас? Да, слышу. Да, Билл, а вот два года уже прошло с этого вердикта, который сегодня приостановлен. Почему до сих пор не были запущены механизмы вот, как раз изъятия этих средств у России или каких-то, может быть, других способов погашения этого ее долга, как вы считаете? Исполнение уже начинало, как вы знаете, был арест на какое-то имущество Российской Федерации. И это нормальный вещь. Может быть, вы слышали по поводу Фрица Сейдлмайера, который победил против России и Швеции много лет назад уже. И он постоянно исполняет арест российского имущества вне России, конечно. И это будет нормальное исполнение для акционеров ЮКОСа. И факт, что два года, конечно, два года для судебной системы любого. Я ожидал какой-то иск из Российской Федерации, чтобы попытаться получить другое решение по поводу арбитража. Но, как я уже сказал, это только начало процедуры в Голландии. Это был самый низкий уровень и очень сложный вопрос по международной праве. И нам нужно помнить, что три судей в арбитраж были самые высокие квалифицированные эксперты по международной праве. И один из этих судей был назначен Российской Федерацией. Поэтому я скажу, посмотрим. Конечно, ЕСПЧ, Европейский суд права человека, это другой вопрос абсолютно. И против этого решения, 1.5 миллиарда евро, никакой возможности апелляции. Поэтому для Российской Федерации это очень деликатное положение. Спасибо, Билл. Александр, а помните, вот как было идеологически обставлено вот это изъятие собственности, тогда президент сказал, что мы из денег ЮКОСа заплатили пенсии всем, значит, фронтовикам. Насколько это убедительно выглядело? Послушайте, Владимир, о какой вообще убедительности вы сейчас меня спрашиваете? Если актив через Байкал Финанс Групп достался Роснефти, я ничего не путаю, вот все помнят, что это так было. Это сам президент описал, да, этот механизм. То каким образом Роснефть может платить пенсии? Вот каким, согласно какой процедуре средства Роснефти могут поступать в пенсионный фонд? И если это все было так хорошо и красиво, то, во-первых, почему мы только и слышим о дефиците в пенсионном фонде, о заморозке накопительной части пенсии, это вот каждый год, непрерывно, и самое главное, почему тогда президент, вопреки собственному обещанию, так и не назвал лично ему знакомых энергетиков, собственников Байкал Финанс Групп, которые, если я правильно помню, могу ошибиться в цифрах, но в прессе фигурировало, что Дельта,
между тем, как они купили «Юганснефтегаз» и как они ее продали «Роснефти», составляла 1,3 миллиарда. То есть вот эти 3 миллиарда долларов, разумеется, не рублей, разницы кто-то положил себе в карман. Лично знакомый президенту, причем. Или лично знакомые. Вот это я понимаю, да. Это имело место быть. А все разговоры про пенсии, это... Я не хочу употреблять этически двусмысленных выражений, поэтому не говорю в пользу бедных. Пенсионеры, все знают, в России очень бедные люди. Но это лапша, которую и путинские пропагандисты, и сам господин Путин вешают на уши и пенсионерам, и всем остальным нашим соотечественникам, которые смотрят и слушают телевизор. Владимир, а насторожил ли вас вердикт Конституционного суда о том, что Россия вправе не выполнять решение Страсбурга? Пока первый прецедент, что можно не позволять голосовать заключенным. Ну, это было для меня очевидное решение, я иного решения не ожидал. То есть, в принципе, это идет, как бы они пытаются легализовать неисполнение международного права. Поэтому ничего не ожидано. И выйти из-под юрисдикции. Мы выйти фактически. ЕСПЧ. Да. Да, вот, Павел, как вы тоже расценили это? Пока это пробный шар, и, может, со временем, может быть, они примут такой вердикт, что не исполнять решение Страсбурга касательно ЮКОСа? Наверняка примут. Им просто спешить некуда. На них никто не давит из Страсбурга, чтобы они выполняли это решение. Если там же, если я не ошибаюсь, процедура какая? Минюст российский должен обратиться в Конституционный суд за разъяснение. Вот по этому вопросу о голосовании заключенных они обратились, им Конституционный суд дал ответ. Значит, нужный, безусловно, им, да, системе исполнения наказаний, потому что они, по-моему, явно просто не хотят морочить себе голову предоставлению заключенным, определенным категориям заключенных, возможности голосовать. Значит, с этим решением СПЧ о взыскании, там, опять же, там, округляя 2 миллиардов долларов с России в пользу всех акционеров ЮКОСа, всех, подчеркиваю, не основных, не групп Минотеп, а всех. Ну, как бы я думаю, что когда придавят Минюст, да, когда они поймут, что у них есть необходимость в этом, иначе придется выполнять решение, ну, обратятся они в свой любимый Конституционный суд. У меня, честно говоря, ну, нет никаких иллюзий по поводу господина Зорькина и его команды. Какое решение в данном случае они примут? Конечно, они скажут, конечно, не исполняйте, с какой стати. И не будут исполнять. Вот это, как бы, понимаете, если бы в России было независимое правосудие, как в Голландии, если бы судьи решали, исходя из закона и своего внутреннего убеждения, как это написано, в общем-то, и в российской конституции, ну, тогда бы была другая ситуация. А у нас Конституционный суд, прокуратура, Минюст, они все, в общем-то, служат одному кремлевскому хозяину нынешнему. И, значит, ну, понятное дело, что они не на стороне закона будут стоять, да, в данном случае, не на стороне международных обязательств России, а в угоду тому, что, так сказать, сиюминутным интересом России является. И да, ну, тем более в данном случае вполне легитимно целых там, 2 миллиарда не отдавать. Страна и так переживает не лучшие времена из-за нефти и санкций. Так что я думаю, что Коновалову, министру юстиции, да, в общем, спешить некуда, к сожалению. Павел, а как вы считаете, насколько лицемерным выглядит вот эта аргументация российской стороны, что она изначально не доверяла Третейскому суду, а хотя мы знаем, что она всерьез подготовилась к тому процессу, и было там несколько десятков адвокатов выставлено, а теперь говорят, что мы вообще были против того, чтобы это дело там рассматривалось? Ну, они действительно были против, тем не менее, да, эти адвокаты дорогостоящие, многочисленные американские участвовали в этом процессе, представляли Российскую Федерацию, представляли позицию, которая составляла в том, что Россия считала, что она не должна участвовать в этом процессе, не может в нем участвовать, потому что, значит, там, ну, в том числе потому, что не ратифицировала хартию, там у них другие были основания. Но они участвовали в процессе, и они признали вот это юрисдикционное решение. Оно же было решение арбитров о том, вправе ли они рассматривать это дело, я напоминаю, да, оно было в 2009 году. В 2014 году
было вынесено решение по существу претензий и, значит, вынесено решение о взыскании денег, а решение по вопросу, могут или не могут арбитры это дело рассматривать, они приняли в году в 2009, то есть сильно заранее до этого. Россия, ну, как бы она продолжала участвовать в этом процессе, продолжала тратить деньги, в итоге проиграла. То есть это был честный суд, а при том уровне, который, так сказать, действительно, как вот Билл правильно отметил, это высочайшего уровня специалисты по международному праву. И они единогласно все втроем приняли решение в пользу акционеров ЮКОСа. И также единогласно они принимали решение о том, что они вправе рассматривать этот спор, что Россия связана энергетической хартией. Так что как бы, это была достаточно честная борьба, которую Россия проиграла. Билл, вот напомните, пожалуйста, ведь Россия изначально собиралась подчиниться решению этого третейского трибунала, а потом только когда проиграла, заявила о том, что она ему не доверяет. Ну, это совсем ожиданный результат, потому что Россия была против юрисдикции, и после того, что первый всего арбитраж сказал, что юрисдикция есть, Россия продолжала, аргументировала и проиграла. И, как мы знаем, поэтому посмотрим следующий уровень. Если я могу несколько слов по поводу самых последних решений Конституционного суда. Да, конечно, Билл. Крайне интересно, более интересно, чем ожидали. Так что это судья Князев, судья Докладчик решения. И если вы читаете, что сказал Конституционный суд, это не, например, Великобритания, который делал только грубой отказ исполнения решения по поводу прав голосования заключенных. Этот решение гораздо более компромиссный. Это говорит, что, конечно, это было бы против Конституции сказать, что все заключенные имеют право на голосование. Но Конституционный суд сказал, что это должен быть политический вопрос. Например, если человек, который на колонии, население Акрити колонии, может быть, можно голосовать. Если это будет решение, никакой коллизии с Советом Европы не будет. И сегодня господин Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы, сказал, что да, это частично положительный результат в Конституционный суд. Значит, что это не грубой отказ, наоборот, дверь доса по Акрити. И Конституционный суд также сказал, что по принципу международного права и Европейский суд по правам человека это выше, чем российское законодательство и российское домашнее право. Спасибо, Билл. Александр, как вы считаете, почему российское руководство так вот легко уходит от даже от международного осуждения? Вот все ждали 3 недели назад, что будет панамский скандал, и он грянул. А тем не менее, как-то все обошлось какими-то юмористическими замечаниями о том, что офшорную компанию создавали, чтобы купить скрипку Страдивари. Владимир, от осуждения возникает вопрос, со стороны кого? Я уже говорил сегодня и здесь, что власть любой страны, она иностранцами воспринимается как некий факт. И идет ли речь о тоталитарных режимах, автократических режимах, клептократических режимах, любых. Вот есть власть в Зимбабве, Мугабе, в Китае, там, Цзян Цзимин, ЦК КПК, в России Путин и кооператив «Озеро». Ну что они по этому поводу могут и должны сделать, даже когда мы говорим о Зимбабве, а не о России, тем более Китае? Ничего. Ничего не могут, и ничего не собираются. И не будут. Тем более Голландия.
ей-то вообще что и с чего вдруг? И какие у нее для этого ресурсы? Значит, решение, о котором мы сегодня говорим, это решение голландского суда, Гаагского окружного. Вот он так решил. Правильно было сказано, что он не рассматривал вопрос о справедливости в этом деле. Справедливость просто уже не оспаривается никем. Она арбитражем, третейским судом установлена, на чьей стороне находится. Вопрос стоял о чисто процедурной вещи, о подсудности. Правильно решил Гаагский окружной суд? Неправильно. Он так решил. Есть дальнейшие инстанции. Они могут решить иначе, а могут так же. В любом случае справедливость уже установлена. И таким образом, вот на чьей стороне правда и справедливость, оно известно. И известно навсегда теперь с точки зрения права и правосудия. А процедурно какое будет решение? Это решение уже о деньгах. Очень важно, конечно, особенно для участников. Но мне кажется, что все-таки не только не для истории это важно, но и не для граждан России, потому что, опять же, правильно было сказано, что что такое на сегодняшний день бюджет Российской Федерации, из которого будут или не будут выплачены эти деньги. Это все равно общак кооператива «Озеро». Ну, у них больше на 50 миллиардов, ну, у них меньше на 50 миллиардов. Хорошо бы, конечно, у людей, многие из которых мне знакомы, их стало больше. Но для страны это достаточно все равно. Ну, урезаются социальные программы. Это же ради этого все делается. Кем? Так, российским руководством? Да, конечно. Они урезаются для того, чтобы действовать, как в том анекдоте. Папа, водка подорожала. Ты теперь будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Значит, они свою долю в этом общаке не урезают, Владимир. Вот сколько им положено, столько, даже нельзя сказать отдай, потому что они сами берут. Это их. Это так же странно, как, возможно, одно из оснований для сегодняшнего решения, это вот отсутствие ратификации. Я уже об этом говорил. Да, если голландский парламент не ратифицировал, это довод. Потому что там независимый парламент, не только независимый суд. А если Российская Дума сегодняшняя не ратифицировала, это значит, что из Управления внутренней политики администрации президента поступило указание не ратифицировать. А поступило указание ратифицировать из 450 депутатов, хорошо, если 15 вообще знали бы, о чем речь, почему именно такая команда. Потому что 100% остальные 435 голосовали бы или не голосовали, потому что в соответствующей распечатке на листе бумаги стоял плюсик или минус. Все. Это же чисто тоже абсолютно процедурная вещь. Владимир, вот Александр сказал, что а какое дело Голландии до того, что у нас здесь творится? Я считаю, что как раз вопрос нарушения прав человека, вот в частности ваших, он не должен оставаться внутренним делом страны. Должен интересовать и голландский парламент, они должны принимать список Магнитского, списки Савченко и так далее. Вы как считаете? Ну, к сожалению, когда государство у нас устроено таким образом, что здесь правду не найти, то, конечно, хотелось бы иметь какую-то инстанцию, куда можно пойти за помощью, за какой-то справедливостью. Да, то есть... Поэтому это вопрос как бы добрососедства, ну, и так далее. И, конечно, их должны волновать вопросы коррупции, я считаю, в российском руководстве. То есть эти панамское досье должно... Конечно, конечно. Но они же не в вакууме живут. Поэтому если гниет одно государство, да, оно каким-то образом и затрагивает и соседние государства. Вопрос Павлу Ивлеву. Как, на ваш взгляд, там чуть-чуть испортилась репутация российской политической элиты после публикации панамского досье?
Ну, разве что чуть-чуть, да, потому что репутация у российской правящей элиты во главе с Путиным, да, она, в общем, ну, сильно испорчена давно. И, понимаете, с точки зрения мирового сообщества и тех людей на Западе, которые вообще интересуются Россией, ну, это же ни для кого не секрет давно уже, что Россию правят коррупционеры, да, люди, которые воруют собственного государства и собственного народа, вместо того, чтобы, значит, беспокоиться о его благополучии нормально, так сказать, и о себе только думают. Это же не секрет. Это просто, так сказать, эти панамские файлы, в частности, история господина Ралдугина, она показывает, как они это делают. Они, это доказывает в очередной раз, что они делают это и продолжают делать. Еще, так сказать, их реакция, мне кажется, она не менее, значит, знаменательна в данном случае, чем те сами события, да, которые раскрылись в этих файлах. Потому что они говорят, да типа это все заговор американцев, нас тут, значит, оговаривают, и вас всех обманывают эти вражеские голоса. Вот вся их реакция, без того, чтобы... Ну, я уж не говорю о том, как они комментируют. Вот. С моей точки зрения, ну, и, в общем-то, я живу уже 11 лет на Западе, поэтому я так лучше это, наверное, со стороны воспринимаю. Основное, конечно, что на Западе, особенно в Европе, кстати, особенно в Голландии, испортило российскую репутацию, это то, что они сбили малазийский бой. Вот это было каким-то поворотным моментом. Даже не захват Крыма. Хотя понятно, что захват Крыма с точки зрения юристов это совершенно тоже запредельная акция. Вот. Поэтому как бы то, что они коррупционеры, ну, это хорошо и понятно, и известно. И лишний раз было сейчас доказано. Вот. То, что они банда, готовая захватывать чужие территории и сбивать самолеты с мирными жителями, пусть даже случайно. Ну, это уже, так сказать, совсем другая песня, да, но, к сожалению, она тоже, значит, их это преступное, в общем-то, содержание этих людей, оно этим в том числе доказывается. Спасибо. Билл, вам вопрос последний. Каковы будут дальнейшие действия акционеров ЮКОСа вот после этого вердикта сегодняшнего? Какие инстанции их ожидают? Это апелляция в Голландии, потому что в Голландии есть... Окружной суд, есть суд апелляции и потом Верховный суд. Поэтому это не конец действия для акционеров. И они уже прямо сказали, тем Осборн и другие, что это будет следующий шаг. Конечно, неожиданное решение окружного суда. И мое мнение как международный юрист, это что окружной суд некорректно. Спасибо, Билл. Александр, вот Павел сказал, что единственный такой проверенный прием у коррупционеров отечественных – это обвинить своих разоблачителей в коррупции, как недавно было в фильме про Алексея Навального и про фонд Hermitage Capital. И даже договорились до того, что они сами были заинтересованы в гибели Сергея Магнитского. Я считаю, что это вообще цинизм. Как по-вашему, если бы кто-нибудь такое сказал про ЮКОС и про судьбу Василия Алексаняна, то можно ли такого цинизма ожидать от отечественных пропагандистов? Можно. Более того, вот на этот вопрос у меня есть очень простой ответ. Можно ожидать любого цинизма, в том числе такого, который нам с вами, Владимир, никогда не придет в голову. То, что у меня вот еще раз, любого. Можно ожидать, что они обвинят Ходорковского, или вас, или меня, или вот Володю, в том, что мы убили Алексаняна. Обвинили же они Пичугина в том, что он убил Петухова. После того, как, ну я не хочу снова все это повторять, убийцы были задержаны, дали показания, их отпустили, их кто-то убил потом, и оказалось, что это все Пичугин. Не, ну тут еще была такая, что ли, особенность в том, что они признали, что его умерщвили, значит, тюремщики, что его пытали, но только это было не по приказу из Кремля, а по приказу... А по приказу Навального, который исполнял приказ Браудера. Ну что? То есть они тем самым, в общем, кое в чем-то... А, слушайте, они сначала приговорили Ходорковского и Лебедева за то, что они не заплатили налоги, а потом второй раз приговорили тех же самых людей за то, что они украли то, с чего не заплатили налоги. То есть получилось к моменту второго приговора, что люди уже сидят
Не за то, огромный что... срок за то, что они не заплатили налоги с украденного. Ну и что, кого это смутило? Владимир, как вы считаете, вот сегодняшний, если ну, будет пересмотрен сегодняшний приговор, опять следует ждать от Кремля вот, то, что он и другие инстанции тоже юрисдикцию не признает? Ну, опять же, от Кремля можно ожидать всего, все что угодно, как Александр правильно сказал. Александр сказал, да. Но я все-таки надеюсь, что в апелляционной инстанции будет принято иное решение. Все-таки Голландия, к счастью, не Россия, поэтому суд там действительно независимый. А то, что кремлевские пропагандисты каким-то образом будут любую точку зрения, там, иную, отличающуюся от их точки зрения, каким-то образом манипулировать... То есть я в этом ни секунды не сомневаюсь. То есть потом скажут, да, мы не признаем там юрисдикцию Голландии или судебные решения голландских судов. Как по-вашему, Александр, может ли Кремль принять решение, как Ленин, когда-то не платить по долгам государственным? Кремль уже практически принял это решение. Мы здесь и сегодня разговаривали о решении Конституционного суда Российской Федерации насчет того, что решение... европейских судов можно и не выполнять тоже. То есть это правовой нигилизм, последняя останется ниша, последнее, что ли, прибежище негодяев? Это не просто правовой нигилизм. Это политическая линия на изоляцию страны от цивилизованной части мира. Она не может быть иной, если сажать невиновных, один из которых вот сидит слева от меня, без всяких на то оснований, не только правовых, а хоть каких-нибудь. Значит, политзаключенных, которых уже в России, вероятнее всего, надо считать тысячами. Калечить их там, как, между прочим, вот недавно Сергея Мохнаткина. Отнимать собственность. Нападать на соседние страны, аннексировать их территорию. Вот в этих условиях, понимаете, в чем дело? Новый еще появился жанр – обыскивать кандидатов в депутаты, снявших свою кандидатуру с выборов. Ну, это, знаете, я помню, как в самом начале 2000-х в Москве женщина, кандидат в депутаты, получила сапогом в живот от... милицейского тогда еще майора, и то с ним ничего не случилось. Значит, так вот, все это не позволяет, в принципе, находиться в зоне права, какого бы то ни было, включая международное. И весь этот спор сейчас, который мы, собственно, в основном обсуждали, это спор между международным правом в том или ином его толковании и российским бесправием в единственно возможном, к сожалению, толковании. И зависит он, я все-таки настаиваю на своем, прежде всего, от граждан России. Спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Напомню, что сегодня говорили о том, как Кремль сам себя загоняет в нишу правового изгоя. И чем дальше это, тем более опасно. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.